Сколько? Картуненко, вес готов. Вес взят. Установить вес 100 килограмм. Будет приглашен Дзюбенко. Дзюбенко Денис, первый подход. Вес взят. Шенгелия. Картуненко готовится. Вес взят. Картуненко. Второй подход. Вес взят. Лёня, это Олимпийка? Олимпийка? Да. Будет
102 килограмм на штангу ставить. Тишинский. Первый подход. Шенгелий готовится. Установить на штангу. Шенгелия. Второй подход. Картуненков готовится. Попытка. Картуненков. Заключительный подход. Попытка. Закончилась результатом 100 килограмм. Шенгелия. Третий заключительный подход. На 107 готовится Дзюбенко. Попытка закончилась результатом 100 килограмм. Сто семь килограмм установить на штангу. Дзюбенко. Второй подход. Т
Тишинский готовится. Вес взят. Тишинский, второй подход. На 110 готовится Ерохин. Вес засчитан. Установить вес 110 килограмм. Ерохин. Первый подход. Вес взят. Власкин. Первый подход. Тишинский. Заключительный подход. Дзюбенко готовится. Попытка закончилась результатом 107 килограмм. 113 установить на штангу. Дзюбенко. Заключительный подход. Попытка закончилась результатом 107 килограмм. 115 начинает на штангу. Будет вызван Никитин. Никитин, Люберцы, первый подход.
Ледов готовится. Вес взят. Ледов. Первый подход. Вес взят. Сколько? 120 на штангу установить. Будет вызван бригадир. Власкин Илья, первый подход, 120 килограмм. Тараканов готовится. Вес взят. Тараканов. Ерохин готовится. Вес взят. Ерохин. Ледов готовится. Давай, 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 давай.
сильно напрёк. Сильно на голову. Поглубже под сердце. Готов, бойко. Держи, 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 держи. Вес взят. Лёдов, второй подход. Два на штангу установить. Сто двадцать три установите. Ерохин. Заключительный подход. С результатом 120 килограмм. Сто двадцать пять на штангу установите. Елизаров, первый подход. Вес взят. Никитин, 125 килограмм, второй подход. Тараканов готовится. Thank you.
вес взят. Тараканов. Второй подход. Вес взят. Лёдов. Всё, почисти. Вес взят, закончился результатом 125 килограмм. Установи 126 килограмм. Бригадир. Первый подход. Вес взят. Сто 127 на штангу. Власкин, второй подход. Попытка. Власкин, заключительный подход. Спасибо.
Закончил с результатом 120 килограмм. Установить 130 килограмм. Будет вызван Аникин. Первый подход Ореху Зуева. Акинин. Первый подход. Тараканов. Третий подход. А? Не понял. Раскачиваешь, там не говорил. Когда стоит на груди. А у него есть подход? Посмотрим. Закончил с результатом 125 килограмм. Установить 132 килограмма. Приготовится Романченко. Романченко Роман. Первый подход. 132 килограмма. Люберцы. Не-не-не. Вес взят. Бригадир. Попытка. Установить 133 килограмма.
Бригадир. Заключительный подход. Никитин готовится. Закончил с результатом 126 килограмм. Тридцать 34 установить на штангу. Никитин. Вес взят. Закончил с результатом 134 килограмма. Сто 135 на штангу установить. Будет вызван Борисов. Борисов, первый подход, Зарайск. С пяточек. Каратаев готовится. Везде. Каратай, первый подход. Диваров готовится. Держим. Вес взят. Диваров. Первый подход. Елизаров готовится.
Попытка. Елизаров. Акинин готовится. Акинин. Второй подход. Диваров готовится. Попытка. Диваров. Нет. Елизаров. Акинин готовится. Закончил с результатом 125 килограмм. Аникин. Акинин. Тридцать семь установить на штамп.
Романченко. На 140 готовится Борисов. Килограмм установить на штангу. Борисов готовится к этому весу. Вес готов. Борисов. Второй подход. Диваров. Заключительный подход. Романченко готовится на 141. Вес засчитан. Сто сорок один установить на штангу. Романченко. Каратаев готовится на 142. Попытка закончилась результатом 137 килограмм. 142 на штангу. Каратаев. Второй подход.
встал. Держу. Опусти. Вес взят. Сто 143 установить на штангу. Борисов, заключительный подход. Закончил с результатом 143 килограмма. Сто 144 на штангу. Каратаев. Заключительный подход. Каштанов готовится на 150 килограмм. Вес взят. Закончил с результатом 144 килограмма. 150 на штангу. Каштанов, первый подход, 150 килограммов. Полный стопы клад. Держим, Коля, держим, держим, держим. Вес не засчитан. А что такое, Леш? Я засчитал. Локоть не зафиксирован на нем. Какой локоть? Правый. Довольно нормально все будет. Сашка, у меня запись даже есть. Ну и мне тоже есть. Ну садитесь, вы судите тоже. И вопросов нет, почему? Пантюк. Первый подход. Озера. Грунёв на 151 готовится.
Вес засчитан. 151 килограмм. Грунёв. Держим. Вес взят. Грунёв сколько? Грунёв. 56. 155 снять на штангу. Будет вызван Каштанов. Каштанов. Второй подход. Держим. Попытка. Каштанов. Каштанов остался 1 минута. Закончилось нулевой оценкой это упражнение. 157 килограмм. Будет вызван Пантюк. Установить 158 килограмм.
Пантюк. Грунев готовится. Два участника остались, вырвали они оба по 125 килограмм. Вот между ними идет борьба сейчас. Кто будет первый? Килограмм 159 установили. Будет вызван Грунев. Грунев, второй подход. Килограмм поставить на штанг. 158. Ну ты заказал. Замок-то раскрутить. Он еще не сказал. Он еще не говорит, позвонить. Грунев 159. До 60 установить на штангу. Сто 161 килограмм на штанге. Грунев. 161. Грунев, 161. Заключительный подход. Была кого-то?
Закончил с результатом 161 килограмм. Алексей, успел под команду? Оставить 161 килограмм. Пантюк. Пантюк. Заключительный подход. Два килограмма, заключительный подход. Пантюк. Закончил с результатом 158 килограмм. Занял советское второе место. Производим награждение победителей призеров первенства Московской области среди юниоров до 24 лет. В первом потоке у нас выступали весовые категории 85 и 94 килограмма. Право наградить этот поток мы предоставляем одному из сильнейших тяжелоатлетов 80-х годов, мастеру спорта Советского Союза Бородулину Валерию. Весовой категории до 85 килограммов. Третье место суммы двоеборья 249 килограммов занял Романченко Роман. Второе место с суммой двоеборья 283 килограмма занял Пантюк Владимир. И победитель весовой категории до 85 килограммов с суммой двоеборья 286 килограммов стал Грунев Александр. Спасибо, ребят, встаньте в строй. Весовой категории до 94 килограммов. Третье место с суммой двоеборья 250 килограммов занял Диваров Григорий.
Второе место с суммой двоеболей 250 килограммов занял Борисов Илья. И победителем весовой категории до 94 килограммов с суммой двоеболей 251 килограмм стал Каратаев Илья. Фото на память. Спасибо, ребят. Ставьте строй. Судьи при участников увести победителей и призеров. Ассистентов приготовить